Любознательным привет! Пока ты скроллишь новостную ленту в ВК и лайкаешь котиков, где-то в мире клавиатура диагностирует болезнь Паркинсона, микрофлора кишечника вызывает астму, награда находит своего героя. Подробности далее. Команда исследователей нашла способ раннего выявления симптомов болезни Паркинсона с помощью обычной компьютерной клавиатуры. В ходе исследования был использован мониторинг моторных эффектов во время нажатия клавиш. Добровольцам было предложено напечатать отрывок текста в течение 10-15 минут на клавиатуре, подключенной к компьютеру со специальным программным обеспечением. Последующий анализ выявил существенные различия в сроках нажатия на клавиши у больных и здоровых участников эксперимента. К сожалению, болезнь Паркинсона пока не излечима. Но ученые надеются, что их метод поможет при ранней диагностике этого недуга и будет способствовать более эффективному лечению. Шведские ученые из университета Линчепинга предположили, что кишечные бактерии могут играть важную роль в развитии астмы у детей. Специалисты изучили показатели анализов младенцев в возрасте от 1 до 12 месяцев и увидели отличия в иммунной реакции на кишечные бактерии у детей, у которых позже появились симптомы аллергии. По словам ученых, полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что кишечная среда влияет на риск развития астмы. Разнообразие кишечных бактерий же способствует укреплению иммунной защиты слизистых оболочек, что оказывает серьезное влияние на развитие иммунной системы в первый год жизни человека. Стали известны имена студентов и аспирантов, получивших стипендии президента и правительства, назначаемые за выдающиеся способности и достижения в учебной и научной деятельности. Нурислам Шайхудинов – один из них. Его исследовательская работа базируется в Open Lab экстремальной биологии и заключается в установлении роли одного гена в ангидробиозе в процессе почти полного высыхания ряда живых организмов, в частности, одного вида комаров-звонцов и тихоходов. Он пришел в лабораторию достаточно поздно, ему еще многое необходимо освоить в методологии работе над своим проектом. Но одно он может сказать определенно – он оказался там, где ему действительно нравится и хочется работать. Это были самые прорывные новости науки на сегодня. Пока-пока!